Что, Квинюш, будем снимать с тобой видеообзор твоей новой рулетки, да, твоего поводка. Купили сегодня мы вот такой поводок. Заказывала я нам розетки Эска до 15 килограмм и хотела ленту. Вот как раз будет серенькая лента под нашу серенькую курточку. Распечатываем. Как его распечатать? Ага, вот. Что такое? В дома? Дома мы будем, мы никуда не идем. Мы только пришли. Дома, дома. Все, дома. Надо, наверное, нажать на паузу. Не получается одной рукой открыть. Отлично, только резкость теперь потеряли. Отлично, открыли. Еще здесь надо открыть. Ой, блин. Все, и здесь открыли. Инструкция, наверное, как пользоваться. Такой интересный поводок. Изнутри прорезинено. Удобно будет держать, не скользить. Это что, ошейничек, да, на шейку? Да, это похоже как ошейник на шейку. Вот такая вот красного цвета. Квин, помоги мне. Серая лента. Сейчас попробую в действии. Покажем, Квинюш? В действии покажем. Вот в действии рулетка есть. Только вот эта штука непонятно что. На шею большая. Вообще уже Квин нырнула в нее. Туловищем, да? Но рулетка классная. Только что-то за штука я так и не поняла. Квин, ты тоже не понимаешь, да, что это за штука? Ну, будем пробовать и с фиксатором. И вообще легко. Класс. 5 метров. Теперь будешь бегать, будешь играться. Не бойся.